Сами горожане говорят, что на данный момент площадок, где можно познакомиться с современным искусством, недостаточно. Что интересно, художники, скульпторы и музыканты подобного жанра в городе есть, а музея нет. Может, поэтому многие горожане затрудняются ответить, какие представители современного искусства родились или живут на Рязанской земле. Как вы думаете, нужен ли в Рязани музей современного искусства? Я думаю, что да. Нужен. Современный, конечно. Новые тенденции, конечно. Все обязательно. А каких рязанских художников вы знаете? Честно говоря, вот и не знаю. Поэтому бы и хотелось бы узнать. А как же? Конечно. Мы сейчас к культуре обращаемся, поэтому нужно. Ну, я думаю, нужен. Чем больше музеев, тем лучше жизнь. Каких современных художников, может быть, вы знаете, если знаете рязанских? Рязанских художников? Геннадий Пустовой. Пустовой. Ну, наверное, только одного и знаю. Александр Бабий. Прекрасный учитель рисования. Да. Он же художник. Рязанских художников. Затрудняюсь. Каких художников рязанских вы знаете? Нет, я не знаю. Да, я не знаю. К сожалению, наверное, я тоже не знаю. Вот поэтому, наверное, и надо, чтобы все знали своих художников современных, действительно современных художников. Тем не менее, некоторые имена художников прозвучали. Есть в Рязани и другие. Василий Николаев – яркий представитель современного жанра, известен за пределами России. Его работы появляются на выставках в Европе. Живописец заметил, что там люди порой с большим пониманием относятся к его романтическому импрессионизму и абстракционизму. Там система и образование другая, и дети их с малолетства вводят вот на выставки, они там прямо на полу располагаются, смотрят на этих работах, спрашивают у меня, вот сейчас, да, у меня персональных много там было выставок. И вот они заинтересованы, они понимают, они разбираются. И вот это понимание, оно, конечно, давало заряд на то, чтобы и здесь приехать, и тоже что-то делать, потому что знал, что несмотря на то, что здесь союз художников вот чисто реалистический, до сих пор это пейзажи в основном, и ну, очень мало там, ну, натюрморты, цветы. Вот. А там, возможно, то, что я люблю и то, что я хочу писать. И все равно меня поймут. Василий Николаев начинал с реализма, но это было давно. В основном он привык воплощать яркие эмоции, жизнь, настроение, которые можно уловить, почувствовать, прожить, глядя на его работы. Конечно, его выставки часто проходят и в нашем городе. Сейчас несколько работ расположены в драмтеатре. Но место объединения различного современного искусства в Рязани точно бы прижилось, как, например, в Москве или в Нижнем Новгороде. Там экспозиции меняются довольно часто. Придя в музей, можно погрузиться в небывалую атмосферу, прочувствовать ее и пойти дальше совсем в другом настроении.